Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте, Валерий. Самое время спросить для начала, как дела, но судя по тем результатам, которые компания демонстрирует, дела идут отлично. Да, здравствуйте, Сергей. Дела действительно идут неплохо. Поскольку у нас формат обсуждения не стандартное интервью, а люди про людей, где мы выпытываем у вас вашу точку зрения на те изменения, которые происходят на рынке, говорим о вашей команде, говорим о ваших подходах при работе с людьми. Хотелось бы, конечно, начать с самого главного вопроса, тот, который, думаю, волнует и наших слушателей, и конкурентов. Какие изменения, на ваш взгляд, в сознании потребителя были самыми драматичными по итогу этого года? Ну, скажем, наверное, я думаю, что особо, конечно, драматичных изменений прям критически не было, но есть некоторые изменения в поведении потребителей. Потребитель стал более требовательным, более умным. Он хочет больше, он требует больше. И это важное изменение. Ну, да. Требовали наши люди всегда, и с каждым годом, как мне кажется, потребитель требует и от брендов, и от ритейлеров все больше и больше, потому что Украина страна, в которой, прямо скажем, и предыдущие выступающие это подтвердили, люди избалованы качественным сервисом уже в ряде бизнесов, в том числе, если мы говорим о лидерах ритейл-рынка. Но вопрос есть. Представления о потребителе, от которых пришло время отказаться. Наверняка. Вот, на ваш взгляд, что это за представление? Ну, да. Есть некая стереотипность восприятия наших клиентов. Вот стереотипность к сегментированию, к распределению клиентов по определенным социальным группам, либо ролям. И вот мне кажется, нам нужно пересматривать это, актуализировать, потому что есть сейчас там, ну, некий такой тренд восприятия, что вот есть неважные клиенты, клиенты не особо ценные. Например, вот бабушки и дедушки. Очень многие маркетологи в бизнесе считают этот сегмент, эту целевую аудиторию неинтересной, неденежной, и с ними не нужно работать. А мы думаем, что это очень интересный клиент. Почему? Потому что это люди, у которых есть бытовые блага, они обеспечены своим жильем. У этих людей есть там, постоянный доход. Ну, небольшой, но доход. А еще, что интересно, эти люди развиваются активнее других, наверное. Сейчас бабушки, дедушки, они используют интернет, у них есть планшеты, у них есть смартфоны, они смотрят YouTube, блоги, и, ну и так далее. Все вот это вот говорит о том, что нужно постоянно актуализировать восприятие клиентов. Да, но насколько они являются ценными с потребительской точки зрения? Потому что, да, это интересный сегмент, которым нельзя пренебрегать, но многие компании, как я понимаю, к ним относятся скептически, потому что покупательная способность невысока. У них есть потенциал, они могут покупать умно, и они любят пробовать новое. Они склонны к тому, чтобы новое, новинки. Они используют в своей жизни различные новинки. И вот это вот самое крутое в них. Они постоянно обогащаются, потому что люди, они прожили длинную жизнь, ну да, они много всего видели, но достаточно большой этап этой жизни был таким вот дефицитным, не было такого изобилия товаров, не было изобилия сервиса, услуг. Сейчас они это видят, и они готовы к этому подключаться. Им еще больше интереснее. Ну, это если про бабушек и дедушек. Про остальных клиентов, ну, у нас сейчас все готовы пробовать новинки, и, как я уже говорил, клиент стал умнее, и он дифференцирует для себя там, продукты, он переключается, и поэтому мы тоже постоянно делаем ротацию ассортимента, мы предлагаем все новое и новое для клиентов.
интересно, спасибо. Ну, вот такой вопрос. Есть ценная группа клиентов. В инфлюенсер-маркетинге сейчас есть вообще отдельный тренд появления инфлюенсеров, которые работают для пожилых людей. То есть это пожилые люди старше 60, у которых огромная база подписчиков. Есть ли для вас это ценный сегмент? Например, готовы ли вы сделать, готовы ли АТБ выпустить рекламную кампанию, которая будет однозначно заточена под эту группу потребителей, будет апеллировать к тем инсайтам, которые являются для них потребностями, простите, тем, которые для них важны, и в компании, там, не знаю, звезда уровня Евдокимова, да, с песней «Фантазер» ты меня называла, потому что селебритис, вы работаете, работаете активно. Мы готовы. Мы всегда готовы предлагать интересное, новое и удивлять. Круто. Но при этом последние 15 лет нам настойчиво напоминали о важности фокуса, там, начиная с Димитри Майкса, да, который в своих Little Sexy Numbers призывал сегментировать аудиторию, а сегментация для вас не пустое слово. Вы начинали как аналитик в «Шахтере» и работали как раз с данными о потребителях. Майк всегда призывал четко сегментировать базу, фокусировать максимально усилия на наиболее ценных с точки зрения прибыли клиентах и не распыляться на другие. Не возникает ли угроза расфокуса в этом случае? Да. Или в вашем случае этого можно не бояться? Да. Огромная Паретто, сеть. Принцип Паретто здесь действует, да, там большинство прибыли от меньшинства покупателей, но, наверное, не для АТБ. АТБ это компания, которая работает со всеми жителями страны. То есть мы есть во всех регионах, все люди этой страны – это наши клиенты. Поэтому здесь как раз мой опыт лояльности не так сильно пригодился, как мог бы пригодиться там, в другой компании. АТБ – это компания, которая для всех. Здесь и бабушки, и студенты, и дети, и работающие люди. У нас на парковке можно увидеть Range Rover, и «Москвич», «Девятку» и «Порш Кайен». То есть вот так широко у нас все происходит. То есть вам приходится быть в какой-то степени и андердогом, который воюет сам с собой. Выискивая те боли, которые вы до этого момента сами же у потребителей не закрывали, не удовлетворяли. Да, мы очень любим соревноваться с самими собой. Каждый год мы любим побеждать именно себя. Мы не любим фокусироваться на проектах наших конкурентов, мы не любим фокусироваться на том, чтобы кого-то победить. Мы побеждаем себя. Это наша стратегия, что мы растем, устойчивый рост. По поводу клиентов, ну, к ним мы относимся точно так же. Мы их развиваем, мы предлагаем для всех. Говоря о конкурентах, сильной стороной некоторых из ваших конкурентов, в данном случае Сильпо, является их программа лояльности, которая является хорошим примером того, как Украина сумела оторваться далеко от соседей в плане продвинутости сервисов. С учетом того, что вы из аналитиков, а не из продавцов, что не так часто встречаются на нашем рынке, все, естественно, задаются вопросом и на предыдущих позициях, например, в том же Варусе вы развивали, насколько я помню, программу лояльности в свое время, все задаются давно вопросом, когда у АТБ появится своя программа лояльности. Отвечу. Вопрос не лишний, потому что вы обычно выкатываете большие решения, которые масштабно сразу бьют и по потребителям, и по конкурентам, и все давно ждут, что же и почему же так долго у вас не появляется своя программа. Отвечу. Мы сейчас работаем над тем, чтобы предложить клиентам программу лояльности. Мы активно движемся в этом направлении. Мы сделали первые шаги. Мы выпустили буквально недавно карту АТБ Pay в коллаборации с Райффайзенбанком. И ну, мы уже начинаем по чуть-чуть сюда идти. Однозначно у АТБ будет своя программа лояльности. Вопрос периода, но я надеюсь, что это следующий год уже. Обычно, когда долго не выкатываются какие-то решения, которых и рынок ждет, и конкуренты ждут, есть барьеры, в рамках которых сейчас дешевле не выкатывать, не делать, чем делать. Вот в вашем случае, что является этим барьером? Ну, действительно, АТБ – это компания, интересно в чем. Мы же, наверное, самая низкорентабельная компания на рынке. У нас огромный товарооборот, но чистая рентабельность, которую мы получаем, она там очень низка, потому что мы дискаунтер. И, по сути, мы в
принципе, все свои скидки, которые мы можем, мы уже отдали клиенту. На текущий момент мы работаем над созданием такой программы лояльности, которая будет и интересна клиенту, и она будет обладать неким предложением с нашей стороны, и в то же время она будет ценной для нас. И это самое сложное, именно поэтому мы долго не можем ее выпустить. Но мы сейчас находим ресурсы, мы находим новые идеи, и я думаю, мы уже очень близки. Отлично, stay tuned, ждем. Поскольку мы ограниченного времени, нам дали всего 22-25 минут на выступление, я предлагаю перейти к той части, которая касается вашей команды, того, как вы работаете с людьми. Я знаю, что у вас на самом деле очень небольшая команда, которая в 5-8 раз меньше, чем аналогичная команда на стороне конкурентов. Да, почему я, так? Я думаю, что... Ну, я действительно оцениваю, что у нас, наверное, самая маленькая команда маркетинга из всех крупных компаний. У меня в команде 37 человек в штате службы маркетинга. И... Фишка в том, что мы самые эффективные. Наши сотрудники, они самые-самые эффективные. У нас есть такой вот подход, что мы по направлениям мы ставим звезд. И в каждом из направлений деятельности маркетинга в АТБ у руля стоит настоящая звезда рынка. Люди, которые создают проекты, которые вы видите. Поэтому, наверное, так и происходит. Но мы... очень системны, мы очень организованы, и поэтому нам удается управлять и маркетингом, и в принципе бизнесом вот даже таким маленьким коллективом. Нам в этом очень сильно помогают остальные подразделения компании, операционные подразделения, которые очень классно поддерживают наши инициативы, которые вовлекаются и которые могут двигать вперед. Ну, как человек, который много раз просил денег на ценных сотрудников и много раз их не получал, я прекрасно понимаю, что когда тебе нужен человек в команду, который много стоит, который суперзвезда, ты должен уметь его продать и четко понимать, почему этот человек тебе не нужен, в чем его плюсы, в чем минусы. Каких людей вы никогда не возьмете в свою команду? Ну, я не возьму в команду человека, который скажет мне, что он не готов заниматься не своей работой. Вот я люблю на собеседовании задать вопрос, ну, там, человеку, например, человек приходит на мерчендайзера, это не рекламная деятельность, это управление полкой, и я люблю его спросить, послушай, а ты готов сопроводить, например, запуск промо-акции, придумать креатив, разработать идею, там, посчитать показатели? Те люди, которые говорят, ну я этого никогда не делал, но очень хочу, и я бы попробовал, ну это наш человек. Вот однозначно такого я возьму. Человек, который придет, он будет суперспецифически разбираться в своем направлении, но скажет, ну я не хочу там рассеиваться, я хочу заниматься только своей работой, я там не учился на то-то. Вот такой человек это не наш профиль. У нас все универсальны, у нас все дополняют друг друга, все помогают друг другу, и в случае чего могут подменить, и это наша сила. Но не специальные узко обученные люди чаще совершают ошибки. То есть, правильно я понимаю, ошибки для вас приемлемы и в какой-то степени приветствуются. Да, я люблю людей, которые ошибаются, но находят пути улучшения для себя, оптимизации. Мы не наказываем, не караем людей за ошибки. Человек, если что-то сделал не так, самое главное, что он что-то сделал, вот, что он попытался что-то сделать, что он думал об этом и работал. Человек, который просто приходит и говорит, что ну, я не сделал ничего, потому что я боялся ошибиться, ну это прям это самая большая ошибка. То есть правильно я понимаю, вы как Талеб в своей антихрупкости сознательно совершаете ошибки, которые недорого обходятся, чтобы не совершить одну большую, но масштабную лажу, которая обойдется очень дорого и будет стоить долю на рынке. Вы упомянули, наверное, настольную книгу каждого менеджера АТБ. Это наш подход, мы любим работать именно так. Ошибаться, но идти дальше, делать свое дело. У нас у всех есть четкое видение, куда мы идем, и мы позволяем ошибаться.
Хорошо, но там, сори, тот же Талеб, он говорит о важности определенных классов ошибок. Какие ошибки для вас, как для директора, который совершенно сознательно дает людям возможность совершить ошибку, какие ошибки для вас приемлемы и какие однозначно неприемлемы? То есть, за что вы скажете, окей, ты принял решение, пусть неправильно, но ты его принял, а какая ошибка для вас будет абсолютно неприемлемой и неоправданной? Для меня неприемлемы ошибки, связанные с коррупцией, неприемлемы ошибки, связанные с токсичностью, когда люди занимаются не развитием нашей компании, а развитием собственных каких-то интересов, личных интересов, и когда люди, ну, например, берут взятки. Вот эти ошибки я не готов простить. Ошибки идеи, ошибки расчета, ошибки выбора подрядчика даже, ну именно просто, что нас подвели, это я готов простить. Вот все, что связано с нечестностью, я не готов прощать. В годовом бюджете статья на ошибочки есть? Нет, статьи такой, конечно же, нет. Хорошо. Продолжая вопрос команды, с чего вы начали, когда пришли в ВТБ директором по маркетингу? Интересный вопрос, потому что вы пришли в большую компанию, которая уже однозначно являлась лидером рынка, у которой была определенная история, и людей, которые приходят со стороны, они вырастают внутри, обычно с таким достаточно скептическим прищуром команда встречает. Как было у вас? Я очень хорошо помню этот момент, как сейчас. Но я начал с того, что я высказал людям все, что я о них думаю. Я сел в кресло директора, и всем руководителям, которые собрались в моем кабинете, я сразу же четко и ясно сказал, что они суперзвезды, что я ими восхищаюсь, что я вообще удивлен с ними сидеть здесь в этой роли, и что они на самом деле круче, чем я. И я готов у каждого из них учиться, готов каждому из них предложить какую-то свою экспертизу, и надеюсь, у нас все вместе получится. Хорошо. Приняли люди, вы высказали им, как вы сказали, все, что у них. Там такая история, что вот я действительно считаю, что я пришел таким, ну, достаточно крепким средняком. А все мои ребята, вот команда, которые не уволились, ну просто так, у нас была смена одного из руководителей, он ушел на повышение в другую компанию, ну, просто рост. А все ребята были суперзвезды в своем профиле. Каждый из них вообще просто вот, ну, лучше я не могу найти на этом рынке. Я же был вот заточен очень широко. Вот то, что я сейчас практикую, в принципе, с командой, когда я изменил чуть-чуть модель управления маркетингом, потому что раньше они были сфокусированы на своей цели. Сейчас я начал проводить общее планирование, общие обсуждения, и еще я люблю очень сильно миксовать менеджеров между собой в рамках проектов. Я отдаю проекты и одному руководителю, но говорю, а вот ты будешь помогать, ты вот это сделаешь, там, вот ты вот этот блок, и миксую все проекты между несколькими направлениями. Я считаю, что именно так люди могут понять друг друга, они могут найти свою дополненную ценность и научиться чему-то еще. Круто. Такой вопрос. Есть разные типы директоров по маркетингу. Есть директора, которые очень любят быть частью проекта. То есть, грубо говоря, они любят в проекте чувствовать свою созидательную и направляющую роль для того, чтобы каждый член команды каждый момент понимал, кто же нас ведет вперед. И не потому, что им нужно признание, чтобы им постоянно восхищались, им просто нравится делать. И есть директора, которые готовы, грубо говоря, наметив набор целей и фокусов, и выкатив их команде, дальше проект отпустить и дать людям возможность реализовать проект, ну, в том числе совершать ошибки и готовы за эти ошибки прощать. Вот как найти баланс между и тем, и другим типом управления? Потому что опасности, риски и плюсы есть и там, и там, на ваш взгляд. Ну, как я и говорил, у меня в команде все суперзвезды. Я не боюсь вот любой проект отдать на управление менеджера и не лезть туда.
есть проекты, от которых я кайфую, которые мне очень сильно нравятся. И туда я вникаю чуть-чуть в операционную часть. И где-то участвую в собраниях, менеджерю их и так далее. Некоторые проекты, я считаю, что... Ну, они вообще вот пройдут без меня очень классно, и я посмотрю результаты, и все. И дальше я не вникаю. Это такая интуитивная часть, когда... Ты выбираешь то, что тебе по душе, что тебе нравится, от чего ты кайфуешь. Наверное, все. Хорошо. Спасибо. Тогда поговорим о той части, которая касается и наверняка волнует добрую половину наших слушателей. Система взаимоотношений агентства-клиент. И я начну, наверное, с вопроса, не с каким агентством вы... Какое агентство соответствует вашему идеальному представлению об агентстве, а с каким агентством вы никогда не будете работать? Приблизительно так же, как и с сотрудниками. С агентствами, которые замечены в коррупции, с агентствами, которые играют не по правилам, которые играют нечестно, и с токсичными агентствами, вот у которых есть негативный фон. С такими агентствами мы не будем сотрудничать. Позвольте уточним, что вы подразумеваете под токсичностью. Это агентство, которое все время придумывает, почему оно не может сделать, или агентство, которое не умеет услышать и критически оценить ту информацию, которая идет в их адрес? Нет, наверное, не то, не то. Это агентство, которое, ну скажем так, они не работают, у них нет ценностей. Те агентства, которые могут вовлекаться в проекты, ну, которые связаны с черными бизнесами, в проекты, которые связаны с работой против нашей страны, там, например, по созданию какой-нибудь символики для террористических организаций, которые там на Востоке у нас воюют. Вот такие агентства, с ними мы не будем работать. Хорошо, а вот как насчет ошибок, которые агентства совершают? Понятно, свои люди в своей команде всегда ближе. Каждый буквально уже почти родной человек, каждый суперзвезда, ты его знаешь, ценишь, и ты ему ошибки прощаешь существенно легче, чем подрядчику со стороны, который пришел, себя красиво продал, а потом также красиво налажал. Ошибки агентства. Готовы ли вы их прощать, и каких ошибок вы прощать не будете? Ну, скажем так, достаточно сложный вопрос. Конечно, надеюсь. И хороший вопрос. Мы, по нашей философии, мы любим взаимоотношения, мы любим общаться, мы любим делать классные проекты. Я заинтересован в результате, и я не буду перекладывать проблемы только на агентство. Если у нас возникает какая-то сложная ситуация, я тот, кто инициирует пути поиска решений этих проблем. Я инициирую созвон, я сразу же проговорю, и мы будем искать пути решения проблем. И ну, по моей практике всегда агентства, видя вот эту вот человечность, вот это вот понимание, они всегда разбиваются вообще вот там, разбиваются, чтобы решить проблемы, которые возникают. И ну, на моей практике у нас все проекты, в принципе, завершались эффективно и успешно из-за вот этого подхода. Человечность. Вот есть классное, недавно было интервью Игоря Ланды, CEO Novus. Он рассказывал о том, что он очень ценит, когда... его отношение к людям такое, как он хотел бы, чтобы относились к нему. Вот я тоже, наверное, там у меня выжжено в сердце еще до его интервью. Я отношусь к людям, к партнерам, к коллегам, к сотрудникам так, как хотел бы, чтобы они относились ко мне. Я думаю, это очень хорошо работает. Согласен. Пользуясь случаем, уточню, когда ваше подразделение, занимающееся штрафами, будет писать коллеги, тут небольшой штрафик, мы будем говорить: подождите, мы созвонимся с Валерием. Есть такое дело, есть такое дело. Хорошо. Если мы говорим все-таки о отношениях, долгосрочных партнерских отношениях с агентством, о некой магии, о которой любят рассуждать и мои коллеги, и я тоже много раз говорил на разных выступлениях,
при каких условиях эта магия, на ваш взгляд, возникает? Что для нее нужно? Потому что вроде бы штука простая, но по себе знаю, что выстроить действительно долгосрочные отношения, базирующиеся на глубоком понимании друг друга отношения, на самом деле сложно. И в этих отношениях состоят не только топ-менеджеры компании, они должны распространяться по всей иерархии до самого низового звена. Вы решили накалить вот еще более сложный вопрос. Ну, от нас этого ждут, я не специально. Я считаю, что вот эти взаимоотношения — это как любовь. Невозможно понять, как она возникает, когда, где. Но это взаимоотношения людей. Повторяюсь, нужно быть людьми. И тогда все получается, все настраивается, укрепляется дружба, и вот эта магия, она здесь появляется, в человечности. Спасибо. О принятии решений, особенно о тех решениях, которые касаются совместных проектов, я имел возможность убедиться в том, что вы очень быстро принимаете решения. В данном случае решение о огромном проекте было принято буквально за 5 минут. Насколько через 7 минут после начала презентации сказать, все, стоп, достаточно, поехали. Не боитесь, что так быстро принимая решение, вы можете упустить что-то важное, либо отсечь потенциально более эффективное решение. Потому что есть такая специальная клиентская игра. Коллеги, нам нужно подумать, и мы обязательно через 3 дня вернемся с правками и замечаниями, потому что, конечно же, с первого раза нам что-то продать нереально. Нет, не боюсь. Это наша сила. Сила АТБ в том, что мы быстрые, и мы не боимся ответственности. Никто из нас не боится ответственности. И мы понимаем, в чем сила быстрого принятия решений. Это как стоя на светофоре автомобиле, мы стоим в первом ряду. Если мы будем трогаться долго, то все поедут, займут все полосы, и дальше уже нельзя будет обогнать, потому что все полосы будут заняты. Когда мы первыми принимаем решение, мы первыми идем в какое-то новое направление, вообще в то, что никто не делал, мы именно тогда впереди, и мы можем ездить влево-вправо, менять даже маршруты, и нам легко. Если мы будем в хвосте, то мы будем пытаться обогнать, но все равно будем сзади. Говоря о, снова-таки возвращаясь к вопросу о принятии решений, о важности скорости принятия этих решений, все равно вы большая компания, у которой есть определенная инерция в процессах, есть инерция, которая вызвана просто размером, потому что в большой компании есть определенные процедуры, благодаря которым она и стала большой. На ваш взгляд, быстро ли вы принимаете решения и как вы работаете над тем, чтобы решения принимались как можно быстрее? Потому что вы, как никто, понимаете, что если думать долго, наверняка будет что-то важное упущено. Как вы работаете с принятием решений, с их скоростью? Ну, мы коммуницируем между собой. Мы очень тесно общаемся. Мы можем позвонить и в рамках звонка решить какой-то вопрос с SEO-корпорацией, с SEO-компанией АТБ Маркет, с коллегами по смежным направлениям. Мы сначала созвонились, быстро обсудили, быстро приняли решение, а дальше уже пошли формальные процедуры по запуску служебок, согласованию и так далее. Но все уже работают по принятому решению. Говоря о SEO, говоря о начальстве, много раз видел ситуацию, когда даже в очень больших компаниях топ-менеджмент очень любит вовлекаться в функцию маркетинга, присутствовать на презентациях, обязательно участвовать в защите. Как у вас с этим обстоит? Ну, маркетинг — это то, что самое вкусное в бизнесе, в большом бизнесе. Здесь же самые интересные инициативы, проекты, креатив, здесь реклама. Все это любят. Все в компании маркетологи, все разбираются в дизайнах. И наши SEO не исключение. Они просто это любят, но самое крутое, что они понимают, кто отвечает за маркетинг, и они дают волю управлять маркетингом именно мне. Прекрасно сидим, но нам уже подают условные знаки, чтобы пора закругляться, потому что в свою очередь ждут следующие выступающие. Тогда пропущу два вопроса. Быстро о компаниях, которые вас цепляют, и будет вопрос о компании конкурентов, которая вам понравилась за последние 10 лет. Давайте сперва о компании, которая вас зацепила, на ваш взгляд, была самой крутой за последние 10-15 лет. Ну, рекламная компания, да, имеется в виду? Да. Мировые
Мне очень понравилась рекламная кампания по запуску игры «Ведьмак 3» польской студии CDPR. Они эту игру вывели на мировой уровень, стали лидерами рынка в своем направлении. Есть имиджевая рекламная кампания «Доктор Моррис», как дедушка поднимал пакет, потом гирю, для того, тренировался для того, чтобы внучку да. поднять, да. и она поставила звезду на елку. Да. Вообще до слез. Если говорить об Украине, мне последние кампании «Киевстара» очень нравятся про Украину. Очень нравится «Мегого». Они вообще крутые сейчас стали. И очень симпатизируют последние рекламы «Пром». Угу, да. И конкуренты. Мне... Чья компания? Извините, да. Сильно понравилась рекламная компания «Сельпо». Когда они выставили билборды напротив магазинов конкурентов и признались в любви. Ну, это же круто, когда нашей компании кто-то признается в любви, особенно конкурент. Вообще лайк. Отлично. Судя по страшным глазам, которые делают организаторы, нам не дадут продолжить, поэтому спасибо большое. Окей, спасибо вам. Коллеги, спасибо вам. Спасибо. До свидания.